Итак, дорогие мои зрители, мы продолжаем с вами путешествие вокруг острова Корфу, великолепного греческого острова. И сейчас мы отправляемся с вами в поселок Агиос Спиридон. Это святой Спиридон, вы знаете, мы о нем уже с вами говорили. И в столице, в Керкере, есть знаменитая церковь. И есть такой же пляж Агиос Спиридон в поселочке, где мы жили, Палеокастрица. А здесь целый поселочек или деревушка, я бы сказал, малюсенькая, и свой пляж. Ну, тоже для меня, как говорится, не очень привлекательный, но если у вас маленькие ребятишки, милости просим. Тоже надо идти полчаса, чтобы намочить колени, потом еще полчаса, чтобы намочить плавки. Зато не утонешь даже в пьяном виде. И можно вот так вот играть в мячик и волейбол. И девчонки, видите, какие хорошие. В общем, замечательный пляж, отмечен, кстати, даже голубым флагом. Ну, мне здесь покупаться не хотелось, хотя вот эти лошадки и всадницы, девчонки, очень даже порадовали. Алла кошка, кстати, здесь искупалась, она везде купается, это просто, я не знаю, какой-то водяной. Вот, мы проехали чуть дальше, и сейчас вот по карте я вычислил этот пляж, название его произносить не буду, вы мне бьете за мое ударение, а уже за это название вообще убьете. Поэтому, кто как может, так и читайте сами. Замечательный, маленький пляж, людей было человек 5-6, огромная глубина, чистейшая вода. А еще знаете что? Сейчас я вам кое-что покажу. Ну, для начала я вам покажу знаменитую котиную карусель. Вот она, смотрите. Она у нас часто присутствует в наших фильмах, и уже даже есть пародии в телевидении Америки, Англии, Израиля, пытаются нас пародировать, но не получится. А вот город Саранда, Албания, представляете, вон она, Албания, рукой подать. А вот эти красные цветочки, не знаю, что такое, но перед каждой каруселью котиной Алла кошка что-то трет руками, трет мне в плавки. Раз, и я как кручу карусель. Не уходите далеко. Наше путешествие продолжается.